Acá la pasé. Trolli, блядь. Хороши у нас дороги. Эй, ты. Да, ты. Привет. Мы на них всех, мы на них друг другу ломаем ноги. Я горку. Тан-тан-тан-тан. Белое золото, блядь. Героин, что ли? Добро пожаловать. Еба, а Оберикс, Астерикс будут здесь, нет? Нужно что-нибудь Насколько знаю, нет. До встречи. Эй, обидно. Я вышел, меня выпустили. Из клетки, так что я пошел. Фонтан. Фонтан и бандит отец. Интересно, вульфины будут, нет здесь на в этом дополнении? Кто? А? Кто? Вульфины, ебать, блядь! Оборотни, как хочешь называть их, бля. Скандинавия все-таки. Я тебе от... Я дай угадаю, блядь. Они будут... Это будут перекрашенные лимусы, да? Нет. Ну, бегать как лимусы практически будут, но так нет. Ты же не хочешь этого. Ты не хочешь этого, сука. Я сейчас больше всего опасаюсь, как бы меня, блядь, этот на... Не забанили за, блядь, мафию на канале, нахуй. А чё, могут? Из-за того, что музыка? Ну, притом игровая, ёбля, я-то радио все отключил. А эти-то, как я из косты на музыку вырежу, блядь? Убавить звуки музыки на фул, выключить. Ой, ебать. Тролля-ля! С камешком, блядь. Кровь кого? Кровь... А, кровь тролля. Ах, ебать, мне... Я скилл забагал. Мне камень поебал, прилетел, блядь. Короче, я сейчас перезайду, у меня скилл забагал, не работает ни хера. Я-то думаю, что такое, блядь, урон маленький? Понятно, блядь, почему. Блядь! Сипс. Ну, я здесь пока побегаю, дальше попробую. Меня, конечно, сейчас накажут анально.
Ты необъятный океан смотришь, нет? Ага. Сегодня две новые серии вышли, видел? Или вчера? Нет. Блять, я бы не сказал, что так угарно было, ну блять, это пиздец. Это же есть это Би, которого баба, же есть Би. О, теперь работает. С фиолетовыми волосами, бля, которые. Она ему говорит, давай поебемся. Она ему прям сказала, давай поебемся, блядь. И как можно быть таким тупым, блядь, объясни мне, пожалуйста, ну, блядь. Она даже обиделась за то, что... ну как можно быть таким тупым, блядь, объясни мне, пожалуйста. Сам вахуй. Тебе она ему говорит без обязательств, блядь, ну сука, ну блядь, ну. Он уже заплакал! Я, говорит, не снят, говорит. Блять, сука, меня лично в этом таких аниме. Ну, ладно, я понимаю, что аниме для детей. Ну, да, не, ну не этот случай же, блин. А ты знаешь, что в этом сундуке? А сюда бежал? В каком? Вот в этом. Какого хуя? Когда я за хамовика здесь пробегал, у меня молния шарахнул. У меня молния уебал, когда здесь до этого хамовником был. Ну это ж тебя, это я. Запомни, мы электрики, нас молния вообще не должна априори хуярить. Не пизди нахуй, блядь, меня на работе током ебашат только так, блядь. Сейчас за телефон заплачу, где-то половину, до конца зимы. Укус Фенрира? Что за хуйня? Метающий топор. Попробую еще раз пойти в Сбербанк взять кредит, нахуй, блядь. Куда ушел-то, блядь? Нам не туда, нам в пещеру. Зачищать. Так ты, блядь, сначала пещеру, потом наверх. Наша работа всегда была тяжелой. Ну подожди, мне бы еще, блядь, выжить, меня тут ебут. Не, ну конечно в этом аниме лица, но да, у них это вообще пиздец нахуй, блядь. Они свои лица так иногда скрутят нахуй, блядь, атака титанов отдыхает, блядь. А, я же свою мысль не закончил. Ну, блядь, ну ладно, аниме, ну понимаю, блядь, дети смотрят нахуй, блядь. Ну, блядь. Ну не показывайте вы, ёблю нахуй, блядь, да, типа, поебитесь, что на экран сделаете и всё нахуй, да, блядь? Нет, блядь. Мы будем из главного героя делать мудака, который, блядь... Назови мне хоть одно аниме, где главный герой не тряпка, нахуй. Тяну, бля, как будто со стеной разговариваю.
Да, вспоминаю. Стальной алхимик. Да? Ну да, он там пизды раздает, да, я согласен, нахуй, но, блядь. Я имею в виду в плане баб. И не тупой пизд. Тогда не знаю. Ну так, ну я могу назвать, наверное, парочку. Могу, наверное. Да что там говорить, даже вспомни аниме Владыка Аверлорд, блядь. Даже это, сука, лич. Лич, нахуй, блин. Труп ходячий из кости, блядь. Опасается двух баб, нахуй, блядь, своих, нахуй. Ну да, есть такое. Это меня бесит, нахуй, блядь. Вроде он безэмоциональный, блядь, эмоции подавляет, не? А где хуй, блядь. Кстати, на третий сезон посмотри, так там, да, вышел уже, кстати, нахуй. Да, я второй только начал смотреть, куда уж третий. Да за филии дошел, нет момента, нахуй. Забыл, как ящерицы ебутся, нахуй, нам показали, блядь. А где дух, блядь? Я что-то духа не вижу, блядь. Что за дух? Ты чё, на этот перешел, что ли? Наметательное. Вот этот дух! Это у меня молния. Это очень охуенное метательное оружие. Ебать! Здесь слишком много! Walking Dead еще не вышел, 9-й сезон! Порт открывай! Еще я доживу, ты сейчас перепортируешься! Серега, нет! Ты здесь, нет? Нет, сейчас перепрыгну. Иду. А хоть я сквозь так я ебал, блин. И ничего нормального опять нету. В принципе, можно отнести к аниме, где не тряпка, это Мастера Меча Онлайн. По сути, Кирита Асуна ебал. Сейчас меня выебут нахуй. До этого, конечно, тяжело додуматься. Это даже было в первом сезоне. Почти в самом начале, нахуй, блядь. Я даже момент помню, нахуй. Когда, кстати, третий сезон выходит? Хуй знает. Блять, я готов помолиться и сказать, только не завожайте, нахуй. Только не завожайте, блять. Потому что во втором сезоне они почти ханули. Чё за, блять, бабуины, нахуй, блять. На ямку бегут, нахуй. Сделали, блядь, из второго сезона драму какую-то, нахуй.
То есть, в первом сезоне, где был реальный риск того, что ты сдохнешь и сдохнешь навсегда, блядь, Кириту нахуй бросался на любого монстра, нахуй, как нехуй делать, размахивая мечом. Блядь, косолапый. А во втором сезоне, где он, блядь, не сдохнет в любом случае, он, блядь, боится сражаться. Это да, это был Бейбизм. Кому кольцо сдать? Верхнему или нижнему? Приветствую. Я присматриваю за товарами, пока мой учитель, великий друид Артибус, не вернулся из леса. Может быть, тебя что-то заинтересует? Ты кому отдал? Верхнему. Бабиши. Еще увидимся! Я бы бываю в Иллирии на востоке и в Иберии на западе. Направляешься на север? Не проблема. До встречи. Артефакты, имею в виду, можно потом соединить, блядь. За кадром. Все, вернулся. А ты что, всю охоту скипнул, что ли? Нет. Я ебал, какая сквозь атаки ты нахуй, бля? Маленькая. Меня залагало. Может и вылетело. У меня еще экран встал. Да, вылетело. Выйдись. А, тут до фонтана, в принципе, недалеко осталось. У меня просто силы 60. Да, из-за этого у меня дамагов нихуя нету, грубо говоря. Ты выглядишь довольно. Сейчас я зайду. Вон уже и фонтан, в принципе, видится. Тебе же вроде куда-то идти надо было уже. Тимо. Тимоу! Да, сейчас до фонтана хочу, блядь, доковылять.
Я никак в игру не может зайти. Ну хули, древнегреческий ноутбук с 410-й. Чё? 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 Я же говорю, да, надо идти, но, блин, с моим древним ноутбуком, вот пиздец. С моим 410-м GeForce'ом. Ну ладно, давай, сам закончишь. Всем пока от меня там, не бежать надо. Чё? Давай, все. Я тоже скажу пока сейчас. Всем пока, спасибо, что смотрел. Пока.